Привет, мы Возвуден, я Тимур, а это P90 в скине Ревенант, абсолютная новинка, которая вошла в наш мартовский дроп Безумный Хаос. Откроем коробку и посмотрим, что ждет нас внутри. Вау, P90 в ложементе. Вот такой красавец нас встречает. P90, кстати, это уникальный пистолет-пулемет, съемные магазины, которых, кстати, целых две штуки в комплекте. Вот такая вот декоративная взводная рукоять, планки Пикатинни, чтобы на них разместить дополнительные элементы по типу фонаря, лазера или прицела коллиматорного, например, который, возможно, появится в нашем ассортименте в недалеком будущем. Что по скину? Ревенант. Если погуглить значение этого слова, то все станет понятно. Этот скин соответствует названию. Очень крутой, брутальный и устрашающий скин, который подходит под название нашего дропа «Безумный Хаос». Очень классный P90, который дополнит коллекцию любого любителя крутых пушек. Посмотрим, как он стреляет. В один магазин мы заряжаем не более 8 резинок. Боеприпасы, заряженные P90 в боевой готовности. Огонь! Вот такая быстрая перезарядка. Кайф! Это очень веселое изделие, потому что вот этот процесс быстрой перезарядки, а еще возможность докупить дополнительные магазины, делает этот P90 действительно уникальным. В общем, очень интересное изделие. Все наши игрушки делаются в России на нашем производстве из экологичных и качественных материалов и абсолютно безопасны. Однако напомню вам базовые правила техники безопасности. Не стреляйте друг другу в лицо и в другие нежные части тела. Не кидайте изделия об пол, в стены, в потолок. Не нужно этого делать, это не снежки. Бережно относитесь к нашим игрушкам, и тогда они вам прослужат очень долго и будут радовать вас своей резинкострельностью. Если хотите посмотреть другие пушки из нашего нового дропа, переходите на наш сайт по ссылке в описании. А если хотите посмотреть видосики с обзорами на эти новинки, переходите в плейлист, который также есть в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Нам это реально очень важно. С вами был Тимур, мы Возвуден. До новых встреч!